Усі ми рано чи пізно приходимо до того, що нам потрібен відпочинок. Найкращий відпочинок – це те, ну, найлегший. Давайте так, ми звертаємося до турагентства, ми купуємо гарячий тур і вперед до Єгипту або до Турції. Проте є інший вихід, він більш складніший, проте сьогодні ми будемо робити усе можливе, аби простими словами розказати про те, як же ж подорожувати з нуля, що потрібно враховувати і взагалі, як прийти до того, що хочеш подорожувати сам. У нас у студії сьогодні Юлія Яковлева. У нас тренер з особистого бренду і тревел-експерт. Доброго ранку. Доброе утро. Доброго ранку. Юль, ну що, давай тоді підійдемо до найголовнішого питання. Як почати подорожувати з нуля? На самом деле нужно просто желание, нужно захотеть и понять, что вот выбрать, например, какой-то праздник или понять, когда у вас отпуск и начать планировать свое путешествие. Так. Есть разные варианты. Иногда я понимаю, вот, например, скоро Новый год или в октябре будут праздники, и я понимаю, что конкретно мое путешествие должно быть в определенном месяце. Так. И тогда уже под этот месяц я начинаю подбирать, готовиться, либо у меня есть список стран, куда я хочу полететь. Или, например, я могу зайти на сайт поиска авиабилетов и, например, ввести там параметр «везде» и посмотреть просто, какие есть предложения, какая стоимость на авиабилеты, и тогда выбрать направление. Так, тобто, дивіться, якщо ми подрезюмуємо зараз коротенько, то перш за все нам потрібно зрозуміти, куди ми хочемо летіти, так? Да. Де хочемо відпочивати. То есть, или у меня есть список стран, куда я бы хотела полететь, и я выбираю новую страну из списка, или у меня есть какое-то событие, какой-то повод, какой-то конкретный месяц, но так. У меня есть несколько вариантов, куда бы я хотела полететь. И тогда я уже выбираю из этого пула вариантов, я оцениваю предложение, смотрю, что более актуально, что более интересно, где сезон, какая стоимость. И вот после сбора информации уже принимаю решение. Мені просто сподобався такий варіант, що я просто вбиваю, куди можна полетіти. Тобто для мене це взагалі, знаєте, розряд такого максимального ризику, коли ти просто, ну, розумієш, що в тебе якась певна сума, і ти шукаєш на цю суму квитки. І тут одразу запитання. А найдешевша подорож і на який термін от у вас була, щоб наші глядачі розуміли, що, наприклад, умовно кажучи, за 7 днів можна $200 витратити, і це буде те-те-те. Ось можемо так розібрати від найдешевшого до найдорожчого? Да, ми можемо, но я бы хотела сразу сказать, что всегда стоимость путешествия, мы выбираем, какие пути, пойти, например, в турагентство, либо самому все-таки, да, забронировать полностью путешествие, отдельно купить билеты, отдельно забронировать отель. Здесь нет универсального рецепта, что вот универсальная формула, что нужно делать вот так или не иначе. Потому что есть разные направления. Например, есть пакетные туры, да, и иногда нам выгоднее пойти в турагентство и все-таки взять этот пакетный тур. А иногда наоборот, выгоднее выбрать билеты, там словить выгодное предложение и все-таки самостоятельно забронировать полностью весь маршрут. Конечно, первое, что я хочу сказать, это стоит мониторить все авиабилеты, подписаться на ведущие авиакомпании. Они рассылают часто акции. Там есть определенная бонусная накопительная система. Да. Если вы часто летаете через определенную авиакомпанию, вы потом можете рассчитываться этими бонусами. Вот. Але ж там по часу потрібно встигнути. Це, дивися, ну от, наприклад, якщо я зараз заходжу, так, а там десь через 2 місяці тільки квитки, і вони там 25 євро коштують, то це заздалегідь потрібно краще планувати, чи ось з дня на день? Очень хороший вопрос. Вообще, если вот универсально, в большинстве случаев, конечно, заранее выгоднее планировать. Но бывает и такое, что мы можем зайти, посмотреть на ближайшее время, и тоже будут очень хорошие предложения. То есть я бы рекомендовала, да, все-таки заранее, но если вот у нас есть ближайшие даты, то тоже можно посмотреть, например, не прямой перелет, может быть, с пересадкой он будет гораздо выгоднее. Ну, и есть еще такой лайфхак, это не официальная информация, так, да, ага. Но это вот лично мой опыт и опыт моих друзей, которые в профессии туризма. Вторник, вот самый лучший день почему-то вторник для бронирования билетов. Вот так получается. И вы знаете, вот, например, вот некоторые авиакомпании международные 5 часов утра, вот 5-6 часов утра, может быть, 4 утра ночью. Лучшее предложение,
чем уже потом днем и вечером. Хитруни. Да. Дивись, це не просто так. А дивіться, все ж таки, якщо ми будемо повертатися до питання найдешевшого і найдорожчого з такого плану подорожі, от якщо все ж таки не звертати увагу на те, яким чином це було, через авіакомпанію, чи, власне, вашими силами, скажіть про вашу найдешевшу подорож і найдорожчу, а потім ми вже розберемо, яким це саме маршрутом було зроблено. Ну, вот, наверное, самое дешевое путешествие, это когда вы берете билеты, ну, понятно, недалеко, то есть это не другой континент, это, если мы говорим не про Украину, то это Европа. Mm-hmm. И если вы бронируете жилье на таких сайтах, там, где можно снять, арендовать апартаменты, и там это все-таки не отель. Mm-hmm. То есть, конечно, там полететь на уикенд, например, тот же Стамбул, как вариант, да, вот из таких направлений, с чего можно начать. А Европа сейчас, ну, в принципе, и Париж открыт, да, но это нельзя назвать более таким оптимальным по бюджету предложением. Но вот, в принципе, несколько дней провести где-то, это я бы советовала вот с этого начинать, если там вообще никогда, ну, вы хотите только познакомиться с миром путешествий. Также, вот, в принципе, если мы говорим о пакетных турах, как я уже говорила, что бывает выгоднее взять так. какой-то небольшой пакетный тур, вот, например, в В октябре будет 4 дня выходных, да, и даже вот на 4 дня можно найти очень что-то интересное. Ух ты. Так, ну это уже зараз потрібно починати. Ты уже хочешь планувати? Да, лучше сейчас, потому что, конечно, многие еще не знают, там получится или нет, как с работой, и многие, так. знаете, есть такое у нас, все больше и больше набирает популярности, что вот забронировать там на завтра, там на послезавтра. Так. Выражение, что выходя из дома на работу, нужно с собой иметь загранпаспорт, оно приобретает все большую актуальность. Класс. Дивіться, а якщо, наприклад, все ж таки я хочу прийти з розумінням до того, що, наприклад, якщо мені полетіти в Стамбул, ну, десь там днів на 5, то, умовно кажучи, в 200-300 доларів я можу влізти в цю суму. Чи це занадто мала зараз сума на сьогоднішній день? Ну, вы знаете, это смотря где жить, смотря чем заниматься. То есть, в принципе, и тоже есть разные билеты, есть лоукосты, есть регулярные авиакомпании. То есть, ну, в принципе, все возможно, но, конечно, если мы планируем путешествие по бюджету, закладывайте все-таки 20-30% сверху, чтобы был какой-то запас, чтобы можно было позволить себе что-то лишнее, да, насладиться моментом и все-таки, чтобы была эта финансовая подушка. Мне сейчас подобалось о цей жарті, не знаю, чи вже дійсно правда про закордонний паспорт, про те, що він має бути з вами. А що ще завжди має бути з вами, ось, наприклад, в подорожі? Можливо, там топ-10 речей, які ви обов'язково з собою берете, вони допомагають вам? Ну, прежде всего, поскольку я из семьи врачей, и второе мое образование – это фармацевтическое, я всегда и всех своих друзей также консультирую по вопросу аптечки. Очень важно собрать с собой правильную аптечку, потому что есть разные случаи, есть разные страны. Например, когда я была в экспедиции в джунглях Амазонки, там были подвесные мосты, и было очень активное времяпровождение. И я иду по подвесному мосту в джунглях, и там нужно очень хорошо держаться, потому что мост шатается. И вдруг я чувствую просто резкую ужасную боль. Я начинаю кричать, не понимаю, что происходит. И оказывается, это было насекомое, очень похоже, я не знаю, жук или оса. Было очень больно. Вот это насекомое меня кусает, и через время, через пару дней рука просто, она становится горячей, да, опухает. И вот тоже нужно знать, что, как в таких ситуациях поступать. И обязательно это страховка, конечно. Так, слухай, у нас есть тут один момент, зараз мы покажем на экране. Друзі, ти до того запитання, до твого, що потрібно з собою мати? З собою потрібно мати лева, якого можна буде погладити трішки. Давайте зараз. О! Ну, да. Така киця немаленька. Значить, розповідайте, де це і хто це? Ви знаєте, в кожному своєму путешествии я ищу животных. Вот я думаю, що якщо дуже багато различных животных і максимально близький контакт з ними, то це самое большое счастье для мене. Это конкретно, вот это уже Мадагаскар, это лемуры. Это вейксерф, это моя страсть, мое увлечение, это в Бодруме, в Турции. А лев был на Маврикии. Там есть такой контактный, это не зоопарк, это парк, там очень много разных развлечений, активностей, экстрим, также аттракционов, и плюс там вот животные, в таком можно близко с ними пообщаться, можно поехать на сафари, посмотреть, как они свободно передвигаются.
Слухай, ну там немає таких якихось застережних мір безпеки з приводу того, що там леву, наприклад, лева не можна трогати, бо він сьогодні злий там чи ще щось. Ну просто щоб те правила безпеки є якісь? Правила, звісно, є. Всім об'ясняю, там що нельзя шуміти, нельзя слишком близько підходити, там нельзя підходити ззаді, якщо нету рядом чоловіка, який за ними слідить. У нього є определенні палки, определенні приспособлення, він знає психологію, і він виростив їх з маленьких львят, он знает, как они себя ведут и что можно, и что нельзя. То есть это все очень строго, конечно, контролируется, фиксируется. И вы знаете, вот кто-то у меня бывает спрашивает, наверное, это какие-то транквилизаторы, либо что-то, почему они так себя ведут. Ну, как в Таиланде. Да. Вот в Таиланде я тоже слышала, что так, но, ну, может быть, раньше. Сейчас, может быть, уже есть те места, где тоже, ну, просто с маленького воспитывают львят, и они привыкают настолько к людям, что они спокойно реагируют. Угу. Ось мені ще це цікаво все ж таки поговорити про той момент, що ви сказали, ось ваша пристрасть, це те, що вхопити хвилі і спілкування з тваринами. Просто знаєте, от є люди, які подорожі їм для розширення кругозору, для спілкування, у когось це спробувати всі страви. Ваша фішка все ж таки в... Моя фишка – самое яркое впечатление в моменте, и это драйв и авантюризм, который я испытываю, и в каждом путешествии я нахожу себя, и свои новые грани, происходит какая-либо трансформация, то есть каждое путешествие одно не похоже на другое, и мне очень нравится выражение Агаты Кристи, что жизнь во время путешествия – это счастье в чистом виде, и я просто считаю, что максимально счастливый человек, вот если вы начнете путешествовать, если вы ищете что-то новое в жизни, либо там, ну, даже какая-то депрессия, либо сложное решение, либо вот просто вы хотите ощутить, что такое жизнь на максимум, просто покупайте билеты и летите. Так, Таран, давай я продовжу твою тему. Яка от країна більш за все підходить для інсайтів? Тому що я знаю, на Балі, наприклад, у тебе карма буде тебе бити так, що ти, от, якщо ти в Україні щось зробив, приїжджаєш ти на Балі, і там тебе нагрібає це все. От де найкраще, напевно, очиститися, я не знаю, чи такі найбільш інсайт. Ви знаєте, от говорять, що від себе не убіжиш. І навіть якщо ми летимо на Балі, либо там в будь-який уголок земного шара, з собою ми беремо себе. Тобто, звісно, путь трансформації, він глибокий, він, ну, це не просто один день, не можна там просто медитировать там даже неделю и точно все решить, да? Но, конечно, это путь, нужны проводники, я в этом уверена, нужны наставники, нужны те люди, которые помогают и которые вот наши менторы, да, которые знают больше, чем мы, можно сказать. Мне посчастливилось в 2012 году познакомиться с таким человеком. Сейчас это мой друг, мой наставник, я не побоюсь этого слова, это гуру, это учитель, это Джейту. Он живет в Индии, в Каджураха, он знает тантру, мантру, астрологию, йогу, аюрведу. И это вот глубоко духовный человек, который знает различные практики, он лечит и, ну, также занимается с разными там видами и психологических проблем, и физических. И в целом, ну вот, он живет, знает все правила и законы Вселенной, и я очень многому у него учусь. Кстати, скоро, возможно, он приедет в Киев и будет здесь проводить семинары. Ну, слушайте, мені вже дуже хочеться цей, знаєш, квитки забронювати. Я не знаю, як це так працює взагалі, ну реально, я зараз сижу і розумію, що можна кудись уже на Балі летіти, просто щоб відпочити, знаєш, такий релакс тотальний. Мені просто ще цікаво, це ж таки, ми аналізували, дивилися сторінку про подорожі, скільки країн, а давайте зараз нашим глядачам наголосимо кількість країн, яких ви вже облетіли, навідали, за який термін часу це було, і потім у мене є ще одне запитання. Хорошо. Ну, на даний момент це більше 75 країн уже, ну вот где-то, ну где-то вот 76. 76 країн. Да. И это... Что зробив ты? Знаешь, да, да. Можно продолжить. А что зробив ты? Сидишь, четверо думаешь. Но на самом деле начать никогда не поздно. И вот можно сделать просто маленький шажочек и забронировать билеты. И с какого года начались ваши подорожі?
Ну, вот в течение 10 лет именно активное путешествие. И за 10 років. Очень часто также это с бизнес-путешествиями было совмещено, когда я и по работе посещала некоторые страны, либо конференции, переговоры происходили. Вот зараз просто, знаете, цікаво. 76 країн, 10 років, и ты розумієш. Осінь тебе робочий період, зима якось теж робочий період. Влітку наче трішки там знаходиш час поїхати куди за місто, все одно робочий період. Скільки разів на тиждень от у вас виходить знайти собі цей час для відпочинку, скільки це подорожей. І, можливо, це там, умовно кажучи, 5 днів, може бути 3, або там тиждень на місяць ви вилітали. Ось як часто на рік ви робите подорожі собі? Це дуже такий вопрос, завжди по-разному. Я, звісно, стараюся в июлі відмічати свій день рождения в новій країні. І це вже стало такою традицією. І, дійсно, для мене це найбільше щастя, коли я просипаюся от прямо в новому місці. І ще хотіла розказати, для мене путешествие в круизах, это огромная находка, и я бы тоже всем посоветовала, во-первых, кто хочет побывать за меньший период времени в большем количестве стран. Это прям лайфхак, это очень классно, потому что круиз, он выплывает из определенного города, и чаще всего в одном круизе это минимум две страны, а то и 3-4, там даже, может быть, около 5 стран. И это настолько грандиозно, когда мы просыпаемся каждое утро в новой стране. А круизный лайнер, он, по сути, как пятизвездочный отель, где все есть. И рестораны высокой кухни, развлечения, дискотеки, бары. Там даже бывают стены для скалолазания. Там прозрачные капсулы. 33 задоволения. Да, просто все, что угодно. И действительно, вот за минимальный период времени, таким образом, поскольку это как плавучий пятизвездочный отель, мы можем вот максимально ярких впечатлений за неделю, даже за 5 дней получить. Юль, и давай, напевно, на завершення такий топ-3, топ-5 твоих основних порад, які глядачі можуть примінити до себе. Первое, мой совет, это не бойтесь. Абсолютно никакого страха, связанного с путешествиями, быть не должно. Сейчас, даже если вы не знаете английский, либо язык страны пребывания, есть переводчики. Второе, это не бойтесь путешествовать даже самостоятельно. Во-первых, сейчас очень много организаций, очень много компаний, которые организовывают экспедиции, где собирается классная комьюнити, и можно встретить единомышленников, можно даже выбрать туры, например, бизнес-туры, если вас интересует там какой-то курс в бизнес-школе, или туры, чтобы изучить там культуру вина определенной страны. То есть можно находить такие комьюнити по интересам, и даже если вот вы сами не боитесь абсолютно бронировать путешествие. Следующее, это вот я бы присмотрелась к круизам, потому что я искренне это советую, потому что по стоимости, да, вот если мы говорим, многие летают Турция, Египет, постоянно вот такие страны классические, куда можно улететь пакетником, но гораздо интереснее летать в новые страны, вот именно в круиз. Следующее, попробовать с какого-то небольшого путешествия, просто взять и забронировать билеты. И вот я бы посоветовала, впереди Новый год, праздники, подарите своей второй половинке билеты в новую страну. Подарите половинки и собі. Один квиток половинки, и хай вона їде подорожує. Ну, два билета, можно два. И сейчас очень гибкие правила, если переносится в связи с ситуацией какой-либо тур, то можно его спокойно, без потери финансового, без фінансових потерь перенести на другой місяць. О, це також, до речі, дуже важлива тема, але вже ми, на жаль, не встигаємо її обговорити. Це буде привід зустрітися ще раз. З удовольствием. Ми дякуємо тобі, що ти почала день у нашій ранковій студії. Прикольно було, і у мене тепер... Ти як, вже готова брати квитки? Якщо чесно, я просто сиджу і згадую, що останній раз я подорожувала 2 роки тому і реально засиділася. І все ж таки про круїзи я прямо зараз думаю, треба спробувати, треба пошукати. Дивись, 2 роки тому назад. Ну, Таран, ти, звісно, молодець. Нещодавно просто вона приїхала із-за кордону. Я так, на всякий пору. Я такого не казав. Сьогодні 16 вересня, і найоперативніший та найактуальніший матеріал зібрано на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Також рекомендую підписатися. Мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам за те, що ви завжди разом з нами. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, а чекаємо на ваші коментарі і вподобайки. We'll be right back.
We'll be right back.